Дружба и обмен опытом. Именно в таком ключе много лет общаются мытищинские врачи с коллегами из немецкого Дюрена. Уже не раз медики ездили друг к другу в гости. Например, мытищинскую делегацию принимали в Германии в декабре 2019-го. Ответный визит должен был состояться весной, но пандемия изменила планы. Сегодня медики общаются в онлайн-формате. Хотела бы поблагодарить вас за теплый прием. Очень я впечатлена была гостеприимством немецким. Это действительно была полезная поездка для того, чтобы увидеть, как нужно организовывать работу. Общение мытищинских и немецких врачей открывает большие возможности в профессиональной сфере. Обмен знаниями и практическими наработками идет на пользу пациентам городов-партнеров. Конечно, сегодня на повестке борьба с коронавирусом. Опыт наших врачей бесценен. Напомню, МГКБ была полностью перепрофилирована. На ее базе открыли более 1300 коек для ковид-положительных пациентов. Ваша больница была полностью перепрофилирована под ковид? Да, мало того, Саш, она принимала всех самых тяжелых пациентов со всей Московской области. И сколько пациентов вы получили за это время? Мы уже пролечили 3500 человек. Немецкие врачи рассказали и о своем опыте, хотя масштабы заболевания, с которыми пришлось столкнуться им, были гораздо меньшими. В нашем округе примерно 300 тысяч населения. И только 600 было позитивным. В ходе видеоконференции обсудили вопросы лечения коронавируса, выявления и тестирования заболевания, а также уделили внимание теме мер безопасности для медиков, работающих в красной зоне. Эта видеовстреча положила начало серии подобных мероприятий. В планах проведения операций с помощью телемоста есть договоренности и по направлению телемедицины. В завершении онлайн-связи медики поздравили друг друга с предстоящим профессиональным праздником. Мытищинские врачи напомнили о том, что с нетерпением ждут новой встречи. Кроме коллег из Германии, у нас довольно-таки близкие дружеские отношения с коллегами из Нидерландов. И то же самое, мы их приглашаем сюда в гости, мы переписываемся. И все мы ждем окончания вот этого подъема, заболеваемости, победы, может быть, или это очень так пафосно звучит, победы. Вот, но в любом случае мы к этому придем, и мы сможем встретиться и с коллегами из Нидерландов, и, безусловно, с коллегами из Германии. Совсем скоро специалисты МГКБ в таком же формате пообщаются с коллегами из Ангарска, еще одного города-партнера Мытищ. Анна Мусаликина, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.